на два враждующих клана. Традиция, соблюдавшаяся еще в средневековье, сохранилась до наших дней. И даже сейчас вы можете увидеть это своими глазами. Посмотрите и убедитесь сами, или мы вернем вам ваши деньги. Это правда? Конечно, нет. Итак, мы представляем вам пьесу «Непохожие». В ролях Вячеслав Викторович Классный. Хороший, годный, сасный, классный, классный. План плохих. Грощенко. Глава клана. Миллиардер, плейбой, мизантроп. Но, правда, будущее. Стоянова. Сплетница, обладательница платиновой карточки магазина Гуччи в Санкт-Петербурге. Сердцеедка со стажем. Али Матвеевич, Сережа, твой Гуччи. Я Гуччи, Гуччи, осторожней, пожалуйста. Дубова Елизавета. Шире известная под кличкой Ду. Плохая девочка. Двоечница, прогульщица, нигилистка. Вопрос к домашним заданиям. Итак, клан хороших. Настенька, председатель клана. Студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец-то она просто красавица. Лизонька. Круглая отличница. Обладательница мирового рекорда по количеству выполненных домашних заданий. Единственная причина, по которой класс получает пятерки по химии. Витонька. Модель. Фитоняшка. Полторашка. Короче, сейчас такую историю рассказываю. Произошла вчера. Даша, да кому это интересно? Лизе будет интересно. Это вряд ли. Лиза, рассказываю историю, она произошла со мной ровно вчера. Даша, рассказываю историю. Вот смотри, мне ручку подарили, смотри, что написано. Учись на отлично. Что это вообще такое? Учись на отлично какое-то. Зацени лучше мою коллекцию в электронном дневнике. Два по математике, два по физике, два по... Это что? Это не два. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Спасибо.